кепка о мире под костюм. Да, в принципе, кепка под костюм, я конченый ебланда. Ну, в принципе, из меня сделали какого-то Артема Графа слева, вообще кайф полный. Ну, как будто бы, вот именно так выглядят модные эксперты в наш день. Так, суть в чем? Так. В прошлый раз на стрим с Юлей и Лерой, как бы я создавал за 2 недели до стрима форму, Google форму, и подали люди 68 заявок. Сказал. Ага. На этот стрим тоже за 2 недели люди подали 112 так. заявок. Так. Вот, ага. Поэтому, друзья, кому такое интересно когда-то будет еще, может, в будущем, можете в ТГ зайти, там это оповещаю сюда, типа, кидаю, что будет, хорошо, я подпишусь ТГ. Ой, ну спасибо, Максим. Все. То есть я вам буду показывать людей с их фотографией, вещами. Вы должны будете угадать, сколько стоит их лук, оценить. Так. Вот. Ну и в принципе, кто по цене ближе попадет, тот зарабатывает балл. Всего кто у меня... Кто в прошлый раз выиграл из девочек? У них, по-любому. У них ничья была. Да тут ой, я в салат хуя. Проебу. У них ничья была. Я по стоимости шмоткам примерно ноль, нахуй. Так. Так я тоже, блядь, я не покупаю вещи вообще. Смотри, и... Что? А, ну вот, в принципе, просто стрим, какой-то перезалив. Уфай. Кто-то перезалив на 9 тысяч просмотров, так. И комментарий был, им заплатили, что они там находятся. Это фейк. Все, я это, все, что хотел, это, сказал. Ну, это фейк, но могу сказать, что это, к сожалению, что фейк. Когда платить будешь уже? Ну, слушай, когда поднимутся бюджеты... А где рекламы пока был? Что нет. А у тебя рекламки нет вообще никакой? Ну, закончилось недавно. Закончилось. Апекс был у него. И хуя у тебя баннеров, блядь. И GTX, а уже, ну, все, время ушло. Так, ну неважно. Первый человек, смотрите, перед тем, как я показываю вам фотографии. Не нервничай, сука, блядь, соберись нахуй. Я показываю вам описание людей. Вот, и вы можете угадать, кто это. Давай. Вот так вот. Вот, так. Я обещаю, что вы знаете тут практически всех. Так. И первый наш участник на сегодня. Подарок, Натик. Лучший друг, Уджибуды и Строга. Человек, который хапает в Дискорде. Чатер, стример и просто хороший парнишка. Начинает наш сегодняшний забег. О. Это не Марго Акамоле. Это не этот худенький парень, блять. У него еще дохуя О в нике, блять. Как его зовут, нахуй? Скажи мне. Слушай, ну направление верное вы взяли. Он еще как на концерте у Будды был, он мне писал, типа, на мультиме фотку с ним, блять. Как его? Фрокси, ебано в рот, блять. Николай Фрокси врывается на танцпол. Да, да, ганг полный. Что он имеет на себе? Наушники Sony, аксессуар. Нихуя он богатый, походу. Zip Cabrel. Чтобы это не какой-то стритвир бренд. Рюкзачок из Зары. Джинсы из Зары. И Джорданы 4 ретро Таупе Хазе. Бля, это пиздато, что все подписаны, типа, ну, это же вообще халява ебаная. Вот в прошлый раз Юля с Лерой сидели прям с калькуляторами, каждую позицию обдумывали и в конце выдавали, типа, тотальную сумму. Вот, и кто ближе будет к... Настоящий? Ты реально с калькулятором будешь сидеть? Брат, ну так проще считать, как будто не. Ну типа в голове считать это же пизда ебаная. Ну тоже верно. Вот, как он вообще, в принципе? Ебать, он старый уже у него. Ну типа в целом... Я а ставка будет? Сменил. Алина, сделай ставку, кто победит. Алина, сделай ставочку. Вот. Ну в принципе мне нравится, Коля так выглядит. Элегантно. Ну, типа неплохо, да, неплохо выглядит. Ну, да. Короче, общий лук, я могу уже говорить? Да, конечно. 37 810 рублей. Ты так точно посчитал уже? Да, 810 рублей. Как думаешь, что самое дорогое вот из набора Колин сегодняшнего? Джорданы, конечно. Бля, ну будет забавно, если эти наушники Sony стоят, блядь, дороже Джориков. Ставьте, все, Алина сделала ставку. 10 рублей это Джорданы, я так понимаю? Нет, Джорданы хорошие, он их купил недавно даже. Максим, тебе как вообще Коля сегодня? А бля, у него деньги на Джорданы, блядь. Да, вот я тоже. Короче, надеюсь, они не палят. Тут не будет же паленых вещей или будут? Они если, могут быть если, палеными. Если будут паленые вещи, они будут подписаны, что паленые. А, ну вот все. Люди указывали, что никогда у них паленые вещи. Ну, мне нравится, но слишком как-то все оверсайз, и как будто он какой-то dead inside, нахуй. А так, ну, мне нравится цвета, как минимум. Тут все сочетается, пиздец. А нет, в прошлый раз выглядит. У Коли была фотка с ремнем Louis Vuitton. Вот он просто показывал. Вот так вот. Николай на дрипе им находится. У меня даже Луи Виттона нет. У тебя есть Макс Луи Виттон, блядь? Да, мне дарили только. Сука, блядь.
Юля сумку подарила, а Гаечка подарила ремень Louis Vuitton. У меня из дорогих вещей одна футболка Витмо, блять, и все. Я типа вообще как ебаный лейм хожу. Ну так типа стиль же не заключается в дороговизне, да? А в сочетании, ну, это факт, кажется, главное в сочетании, да. Не, ну неплохо выглядит, но мне зипка типа не нравится. Не нравится, да? Максон, тебе мне шрифт уебищный. А мне нравится, если честно. Макс, как думаешь, сколько стоит весь образ Коли сегодня? Ну, я так посчитал, наушники примерно 4500, зипка 7, портфель 2, джинсы 2 и Джорданы с ракет 45. То есть от 55 до 60, я думаю, это стоит. Ну, пусть будет 57500. То есть... А можно узнать, где он Джорданы покупал? Это очень много за роли. А, ну хотя да, если он покупал в Никите и Ефремове, это пизда. Там это... Джорданы... Я честно не знаю, но Коля, если ты здесь, может, напишет. Может, напишет. Так, в итоге Макс говорит 57, а Марк говорит 56. 37-810. 37-810. 37 у Марка 810. И 56 у Макса. Смотрим. Наушники Sony. 5000 рублей. Ну. Они ж проводные, у него провод торчит. Да. Зипка Брелл 5000. Ну, примерно. Портфель из Зары 3500. А сейчас Зара как называется? Магал? Не что-то знаю. Такое, да? Мэг. Блять, сука, недавно был там, скажите, Мак, да, Мак, по-моему, так называется, блять. Джинсы из Зары за 5000. И Джорданы, самый дорогой лот, 18. Что? Да, вот так, да. Вот. Но я Джорданы за 20-ку посчитал, типа. И всего выходит 36, Марк, ну типа ты вообще прям... Ебать. Почти в точку ебанул. 37-810, да. Ебать. Да. А я плюс-минус так себе посчитал. Я только наушники за 4500 посчитал. Зипку 4-5000. Ну, блядь, ну это стритфировская хуйня. Они все так стоят. Как думаете, это стоит того, что Коля наделал? Да, нет, сейчас мне это нравится. Ну, типа, наушники хуй знают. Я бы наушники. Да, наушники. Уебищные, да, вообще. Не нравится тебе? Ну, проводные, блядь. Да, они ультра хуёвые, ну... А вам нравятся такие, типа, Marshall сейчас в моде такие, особенно у девочек? Ну, это... Каким в моде? Они уже вышли из моды. Я, уже вышли? Я в метро ездил, там все были в этих Marshall'ах. Нет, там, типа... Мне кажется, что на улице всех не гоняют. Ну да, но мне... Они прикольные, но я, типа, понял, их уже заебали все носить. Марка тебе как? Это как в своё время, знаешь, Nike были... Сука, как их называли, Nike? А, блядь... Air Force? Нет, Хураканы. Как у Братишкина? Да, Хураканы, вот. Блядь. Ай, сука, больно. Хурачи, да. Да. Да, бля, не знаю, мне Apple наушники нравятся, они самые охуенные. А мне нравится вообще, когда в больших наушниках на улицу выходят. Так, и Марку Балыч добавлю. Оп, один. Так ты просто черным мог бы сделать эти цифры, да, а не белым. Оп. Бля, сука, Фрокси, такой фрик ебаный. Да, подожди, а как, вот честно, он очень гордится историей, что он в гримерке с Овжебудой побывал, ты знаешь? Как это вообще произошло, как ты его провел? Так Марк тоже. Так, ну короче, он на концерте Будды был, я сижу дома, что-то там к стриму готовлюсь, бля, он мне пишет: Марк, мне тут охранники сказали, фотосессия будет после концерта. Говорю, у Будды типа такой хуйни нет, он не фоткается. Вот, и я говорю, подойди типа туда-то, тебя проведут в гримерку. Его провели, мне пацаны из гримерки видос кидают, как он стоит с Буддой такой рядом, трясется, блядь, ведь может типа сфоткаться, бля, Фрокси фрик, бля. Не, вот Коля, он никогда не упускает возможность, чтобы эту историю рассказать. Он рассказывает, как он потом из гримерки вышел, к нему девочки подходили, типа, спрашивали, да. Как познакомиться, как, типа, сделать фотку, он стучит, что-то такое. Но он, да говорит, не, он хороший он, парень, он говорит, на самом деле. Он говорит, но я джентльмен, я не стал никого ебать, вот так он говорит. Ой, блядь, пиздоболом он джентльмен, блядь. Не, Коля хороший, Коля хороший. Не, Фрокти хороший парень, так, да. Хорошо. Просто в моменте смешно было, реально. Да. Так, следующий наш... Кандидат. А сколько всего кандидатов? 20. Ага. Мой отец не депутат, сука, и садиков никаких не сносил, написал про себя этот человек. Бля. Но я могу с уверенностью заявить, что он пиздобол. Вот, и чтобы еще сузить поиск, это бывший модер Марка. Мой? Да. Сускиап, блять, или как у него ник там, нахуй? Нет, это не то. Контрас, блять. А, Никита Контрос. Это МГИМО, говорили. МГИМО, миллионер, отец разграбляет кладбища и садики детские. И строит на них торговые центры. А что случилось, брат? Он у меня был модером. В момент он просто пропал, ебать, и все. Ну, он как объяснял, что он заболел... В больницу лег. Да. Потом, когда вышел из больницы, у тебя новый там мод состав, VIP состав, и он не нашел, ну как, не понял, с кем там общаться.
Вот ну, я так для себя это понимаю. Очень грустно, если честно. Ну, ну, на самом деле, да, он хороший тип был, я не знаю. Батю посадили, Никита вообще классно. Избегал. Потерялся, да. Так, и смотри, что у Никиты есть. Худи, Stone Island и Supreme. Коллаборация. Ебать. Я честно, я не знал, что такое есть даже. Я тоже не знал, что такое есть. Штаны, no name при этом. Там стрелочка какая-то. Анс. И Nike Jordan 4 какие-то. Вот, не указано. Паль? Нет, друзья, если бы вы узнали... Ну, у Никиты отец реально садики сносит и кладбище, чтобы построить торговые центры. Вы думаете, он реально не может... бизнесмен у него, батя? Да, он... Ну, Никита в ГИМО учится на этого. На кого-то, на президента, похоже. Я хуй знает. Не спрашивай, блядь! Охуел вообще, блядь! Алло, долбоёб, мы тебя слышим, блядь! Типа невзначай съебал... Бля, сука, черт, ёбаный. Я знаю, что услышали. Я просто понял, я охуел, что он и слух, блядь, и Суприм, ебать. Там будет, там потом дальше будет вообще пиздец какой-то полный. Марк, тебе как вообще? Так. Ну, мне вообще не нравится лук. Знаешь, такой фул забивной, ебать. Я, короче, я не люблю яркие цвета одежды. Я люблю темные. Мне вот худи бежевая вообще не нравится, уёбищная. Это еще коллаба с Супримом, просто хуйня ебаная. Там на фоне у Никиты типа... это Прада, сумма какие-то, еще жорики для да пары. Да я уже обратил, да. Не, в принципе, Стоник заебись, но тут от коллабы вообще нихуя не видно. Только пуговки на кармане. Угу. По центру и все. Так, Макс, тебе как? Ну, мне нравятся жорики, мне нравится худак, но мне нравятся эти черные штаны, которые нихуя здесь не сочетаются. Просто так нацепил, как будто мусор выкидывал. Типа. Весь лук нахуй перебивает эти штаны. А худак и жорные вообще охуенные. Мне нравится. А почему футболка белая на нем не посчитана? Ну, потому что ее не видно. Вот, если не видно, то как ее оценить-то? Тоже верно, блядь, он говоришь. Он там написал, типа, что у него там футболка Стаси и Nike тоже какая-то коллаборация, но я подумал, типа, как ее оценить, если ее не видно. Да не, плохо на эту футболку. Бля, Supreme и Stonic, вот это загадка, на самом деле, сколько это может стоить. Да, да, это вообще пиздец. Я даже не знаю, в каком году она вышла, все. Короче, я могу сказать, Юля сказала, что это стоит примерно 80 тысяч, но она не знает тоже, она, mm-hmm. она тоже охуела, что есть такая коллаба. Mm-hmm. 80 тысяч худак, штаны пусть будет двушку, и Джорданы эти четверки. Я не знаю, что это, блять, просто я в Джорданах вообще не понимаю, где там лимитки, где не лимитки, но пусть будет двадцатка. Двадцатка. Я думаю, короче, где-то 100, ну, пусть будет сотка, чтобы сотка. Проще считать. Я думаю, сотка. Нихуя ты его переоценил. Макс 48500, брат. 48500. Да, да не, брат, худи, футболка Стоника стоит пятнашку, двадцатку сейчас. Ну не сейчас, тогда, когда это еще было все в России. Футболка, блядь. Mm. Худаки там по 40 тысяч без коллабы стоили. В Ловис Влад написал, что Никита недавно покупал худи. Возможно, оно из-за этого еще дороже стоит. Не, насколько недавно? Просто понимаешь, если вещь идет коллаба, это не значит, что она будет завышенных цен стоить. Она может как дефолтная хуйня стоить. Влад, насколько недавно, ты не помнишь? Но Влад сказал, что прям недавно. Ну, блядь, ну типа до санкций или че? 3 недели назад. А, нихуя себе. Вот можно прайс изменю-то? А? Ну давай. Пусть будет 58500. 58 у Марка, 100 у Макса. А ты можешь сейчас последнюю пойти Nike, потом штаны, потом только худи, можешь? Или не, сейчас... я так не умею, к сожалению. Ну ладно. Так, смотрим, худи. 50 тысяч. Вот так вот. Ага. Штаны 3000. И Nike 45. Ууу, ебать. Вау, нихуя себе, а почему они такие 98. Дорогие? Ну, лимитки какие-то. Очень жаль, что Никита не указал, что за модель. Что за модель конкретная? Это тоже коллаба какая-то, блядь, чай, ну, гулю. Она, типа, с какими-то красными вставками, белая, и по бокам что-то как будто бы тканевая вот здесь. Я не особо вижу, не особо понятно. Никита, у меня дом дешевле стоит. Там OG него... Fire Red, блядь. Если бы там было написано OG Fire Red, нахуй, я бы 100 тысяч за них дал, блядь. Честно, выглядит, как будто мусор родился вынести, какие 100 тысяч. Ну лук такой, как будто полудомашний. Ну и фотка из дома, в принципе. Ну вот как будто бы вот именно дрип имеется. Штаны говно просто. Ну как будто штаны реально портят все. Если бы какие-нибудь штаны, вот как у Коли, помните, драгонит были на прошлом стриме? Там вообще пиздец был бы разъеб, мне кажется. Ой, драгонит вообще разъеб делает, да. Так. Либо карго, блять, обычный дефолтный кит, и то лучше будет. Максим, я вас поздравляю с одним баллом. Спасибо большое. Мне кажется, это будет мой первый единственный балл, нахуй. Не-не-не. Идем дальше.
Основатель, олд, бывший VIP, бывший модератор строго, я его люблю, смотрел с Fortnite. Вот здесь как будто бы угадать тяжело. Как будто бы основатель, угадать. Это прям... Ну, человек... Стерео, что ли, нахуй? Нет, это... Ну, это человек, ну, больше пиздец, чем стерео. Известен ли вам такой никнейм, как Юрич? Да, я уже в чате посмотрел. Не, я хуй знаю таких. Да, это... Это просто пиздец. Стой, а это Рофл фотка, блядь, или он в натуре такой? Как персонаж, как человек, Юрич пиздец тролль ебаный, типа. Он так общается, он сообщения в чате пишет с большой буквы, каждое слово. Уже так, ну, года два, наверное. Ну, он реально похож на VIP-а строго. И модератора. Я надеюсь, тут... Не будет кепка, носки, футболка, трусы, подштанники, блядь, туфли, просто все в сумме. Кепка охотничья. О, носки, боже, царь, блядь. Тебя не смущает, китель, блядь? Китель лесной охотничий. Так. Футболка какая-то. Ага. Это ему все выдали, правильно? Подштанники воин. Я не знаю, выдали ли ему это где-то в каком-то месте или нет, но цена у меня имеется. Носки, мы цари, народ простой. И туфли черные. Блять, какой пиздец. Ситуация следующая. Расклад такой. В чате пишут, Марк, блядь, Марк твоя стезя. Так я только черные штаны на фотке вижу, его не видно, блять. Он с деревом слился, нахуй. Ебать, он подбородок вообще загнул. Ой, блять. Привет, Тарикон. Я сейчас приду, куда? Давай. Ух ты! 5к максимум пишет. 5к максимум. Ну так, не, бля, Юрич очень мемный, типа, чел сам в себе. Что в Дискорде, что в чате, вообще очень круто. Откуда у него вся эта армия России, типа, у него служит кто-то или он сам? Информации нету, честно. Честно, информации нету. Вот, а в чате есть Юрич этот? Сейчас, возможно, нету, но если зайдет, вот можно будет у него спросить. 15 тысяч, 2 тысячи, 100 рублей, в чате вообще цены разные пишут. От 5, охуеть. 4... Он контрактник, ему заплатили, чтобы он это надел. Ёпт. Можно в Вейнторге купить, пишут эти футболки и кители. Бля, я забыл, как я считал, нахуй. Короче... Бля, ну... Честно? Ну блядь, мне... военная форма, она же дорогая, нет? Макс, помнишь, мы с тобой заходили? Ну, а тут, брат, по сути, же только футболка военная. А остальное это, типа, охотничье. Ну, по крайней мере, написано так. Во-первых, мне не нравится его лук. Я бы в таком на концерт уж точно не пошел. Так, считаю. Кепка косарь. Давай. Косарь. Китель. 2500. 3500 в сумме. Да. Футболка. Полторашку. 5. Подштанники. Подштанники воин. Я хуй его знает, блядь. Я не знаю, с бати снял, блядь. Плюс 700 рублей подштанники. 5700. Носки по бартеру 200 рублей. 5900. И туфли черные полторашка. Ты сколько? 7400. 7400 получается, да. 7400 Максим ставит на Юрича. Ебать. А по бартеру от кого? Не, если тут на каждой будет писаться хуйня, взял у бати, это не считается. Не-не, у каждой вещи сегодня будет цена, даже если она у кого-то взята. Понял. Блять, ладно, кепка охотничья, 1500 нахуй, китель, блять. 2500. 2500. Красава, Мак. Футболка армия России, хуй знает, бесценно, блять, 800. Угу. Ну, ладно. Подштанники. А почему торрент осуждать? Надо быть тебе задержку, мужик. 500 нахуй. Носки 300 и туфли тоже бесценные, блядь. 2000 максимум, 2000. Нахуй. У меня 7600 получилось. 7600, а Макс 7400. Ну-ка. Давайте смотреть-то. Юрич. Господин, большая буква заглавная. 1500 рублей кепка. Угу. Китель 1000 рублей. Футболка. 1490. Это вот хуйня, когда типа девятку ставишь, чтобы цена меньше казалась. Подштанники 350. Mm-hmm. Ебать, Гнецуха все, пойди знает, походу выиграет. Мужики, ебать задержки у вас. Носки, мы цари, народ простой. 50 рублей. Бля, настолько хуёво. Скорее всего. Там туфли только не 5000, больше, пожалуйста. И туфли. 800. 1500. О, общая сумма. Ты ближе. 5890. Да. И Максим ближе оказался. Второй балл. Не за горами оказался. Бля, жестко нахуй.
Как вам лук Юрича от 0 до 10? 0. 8. Не, ладно, объективно. Штанов не хватает. Вот объективно, ну шестерочку можно. Десятки? Сейчас эти десятки хуярят просто. 100 примерно? Алин, я знал. Алин, сейчас я в нос дам нахуй. Следующий. Я, Рома из Самары, фоткался на концерте Мазелова с Марком и Гуакамоле. О, блять, Рома из Самары. В чате, ну, чате пишут правильно ответ. В чате все я... Я только одного Ромчика знаю. Ну, мне просто не... Кто ко мне подходил фоткаться, мне у тебя в чате много Рома, мне кажется. Не, он у меня випер, подвал. Да, Рома подвал. Рома подвал. Вот такого человека, помнишь, ты, Марк? О, такого припоминаю, да, но... Ситку-то памятник обнимают, какой фрик, это просто пиздец. Это опиум амбассадор, это именно опиум Рома, да. Очки спиздил у друга, но цена есть, цена будет. Лангслив, доллар, этюдис. Что-то, наверное, тоже какой-то стритвир, хуй пойми. Фанат Мазелова? Да так они и выглядят. Что с кедами у чела? Он 2010-х, это на реконс не хватило Converse. Денег. Узкие джинсы, no name. И Converse Chuck 70+. Блять, я никогда не понимал, что значит no name вещь. То есть ты ее покупаешь же в каком-то магазине, типа, блять, там есть название. Типа, когда... Ну это, скорее всего, проще не указать, чем указать. Потому что если указать, то это, скорее всего, может спутать, типа, что это дорогое, может какой-то бренд известный. Может в этом суть. Ну а то, что очки, хоть бы марку каких спиздил очков написали бы. О, потому что там Гуччи ебать за 50 тысяч нахуй. Вот, Рома, да нет, с таким луком не, мог, не может быть друзей с Гуччи. Давай. Он говорит, да я ебу какие. Ладно, окей, конверсы, блядь, ну, сколько они там, 1400 стоят, да? 1400. Блядь, окей, конверсы, джинсы, no name, что, ну, 2200 максимум за такие штаны. Dolor Etudes. Звучит как звучит? Группа ВКонтакте на, 100, на 120 подписчиков, блядь, и один из них Рома. Ща, ну, блядь, 2500, нахуй, максимум, лонгслив. 2500 лонгслив. Ну, очки распиздил у друга, значит, они ему не настолько важны, максимум 500 рублей. 9200. 9200 марка получилось. Максон, ты как вообще считаешь? А, ну, я конверсы посчитал, они высокие, 7500 конверсы. Короче, джинсы 2500, лонгслив, трешница и очки где-то 1000-1500. Короче, я посчитал все на 13 тысяч. На 13 тысяч. О, привет, Коля. А какой-то вопрос был к Коле, да? Ну, 12500 пусть будет. Марк, у тебя какой Коля был вопрос? Я не помню, он зашел в чат. А, блядь, ты служил? Нет, не это к Юричу был, это а Коля Фрокси который. А, Фрокси, ебать. Я же Фрокси не служил точно. Проехали, Фрокси, бля, братуха. Не задумывайся. Так, Марк, у тебя получается 13 с чем-то и у Макса? 9200. 9200, это у Макса 13, да? У меня 12500 пусть будет. 12500. Очки. 500 рублей. Макс, ты угадал прям. Лонгслив 3500. Узкие... Джинсы, 2500, выложи, вот, слышь, я посмотрю. Я посчитал все как есть, блядь. Там 9100 будет. Алин, 6, а сможешь 6, вот открыть? 500. Алин, или Стас, кто в чате, можете вот открыть? И конверсы 12 тысяч. Ну нахуй. Да. Ну высокие конверсы, да. Тотал вышел 18 с половиной. Бля, вот нихуя. А чё конверсы дорогие, ребят? Здорово, Макс, ну, они... почему снизу Акулич без макияжа? Слушай, ну хорошая, так, такого пока они не было. Они раньше лет 10 назад старый низкий столик. Конверсы паль чую? Нет, тут типа, когда паль писали, там типа указывали люди, что это паленые вещи. Так, и писается, кто ближе, я забыл уже. Макс, 3-1, да? Ебет меня 3-1. Жестко, да. Так, оп, 3-1, едем дальше. Салют или плак, привет, Лекси. Девочка-стримерша, модератор канала Косточка, вип-канала Вишенка и девушка Назара. И имеются такие соображения. Кламине, блядь. Кламине. Либо Эмиауи, нахуй. Кламине. О, Ксюша, блядь. Макс, ты знаешь такую вообще? Пиздец, набор, ну, набор пиздец. В чате видел. В чате видел. Футболка батина рэперская, но написано ACDC, это мы забудем. Почему? Это паль? Не, типа что ACDC, это не рэп, имеется в виду. А. И джинсы H&M. Вот так вот. Охуеть, а под футболочкой что, блядь, есть фотка? Она написала агент-провокатор под футболкой, но не покажу. В натуре пиздоболка ебаная.
30 тысяч стоит, нахуй. Я смотрел, блядь, пиздит она, нахуй. Бля, мы как в жизни с ней обнялись, у нее такие сиськи огромные. А зачем? Я тоже жизнь ебал, отвечаю. Она в жизни, это что, просто трахаться же, нет? Бля. А это пиздец, чем Виктория Сикер, да, считается? У нее жопа хорошая. Конечно, блядь. Так. Мне кажется, Виктория Секрет в последнее время масс-маркетом считается. Угу. Уже, блядь, у всех просто оно есть. Короче, мое мнение, джинсы, во-первых, лук пойдет. Лук пойдет. Во-вторых, джинсы, двушку, рэперская батина, футболка. Блядь, за ACDC дам 2500. А так вообще полторашка. 4500, короче. 4500. Марк, ты бы сколько отдал за ACDC? 3000 за ACDC я бы дал. Я, кстати, никогда не понял, где берут эти футболки ACDC. Я просто вообще не выкупаю, что это за группа, блядь. Это рок. Это рок. Популярный. Ну, я вообще не интересуюсь Макс Роком вообще абсолютно. Я в школе Slipknot слушал. Ты что, еблан, пишет Гниксон? Ну просто ACDC это. Так, ACDC и штаны H&M... 3-2-800, вот, лук 5-800. 5-800, и у Макса 3 да. С чем-то там. Кауля, привет, фантазер. 4-500 у меня. 2-500, да. 4-500. Футболка 2-500. Ебать, я точно попал, нахуй. И джинсы 2. Ебать, нахуй, 4-500. Марк, Макс, типа, пока ты разъебываешь, пиздец. А что, есть там плюс балл за точный ответ? Нет, такого не додумались добавить. Хорошо. Не, пока нормально, пока нормально. Тоже такой, домашний лук, но такой. Спокойный, спокойный, хороший. Привет, Матвей. Так, идем дальше. Верните H&M нахуй в магазины. А этот Мак, он хуже, да, по качеству? Или ты не... Кто его вообще знает? Я там не был, просто рядом проходил, видел. Мне сказали, что это Zara, типа бывшая. Чья? Так. Идем дальше. Оп. Меняет ник каждый раз, как его начинают булить. Обижал полтора года назад Мифон в сапконфе гаечки. Уебок. И он написал, что он Марка рот ебал. Это ты или что это за олень ебучий? У него, я знаю, как минимум, у него 4 ника за полтора года, за год 4 ника у него было. А, Холдонкви ебаный ваш, блядь, или конь вообще ник? Нет, не Ронкви, нет, это не Ронкви. Не, Ронкви нормальный тогда тип, блядь. Ну, как будто бы было близко, что назвал, есть там какие-то звукосочетания похожие. Марк, ты прям должен знать, я уверен. Он, смотри, он, да пишет, он пишет, я Марка рот ебал, но он фанат, он прям заходит каждый день. О, спасибо, Хадсон, большое. Нет, не Дезморо, спасибо, Хадсон, большое за сапки. Не, не знаю это, да. Это не вот этот вот, сука, хуй, CTV for Banner, блядь? Не, смотри, называю никнеймы его, которые самые непопулярные, неизвестные. Пиванде, Пола 2005. Жаруня. Жару не помню. Это он. Халонда. А дальше, сейчас ник. Халон. А, вот он, бля, абажур ебаный, да. Абажур. Вот так. Мне говорили, что он шиз ебаный просто. Я с ним никогда не общался, мне все про него рассказывают, что он ебаный шизик, блядь. Слушай, ну будто похож на то. Я скипну, Хадсон, спасибо большое, я скипну, чтобы оно не нашел. Я сам его не знаю, мне просто про него только рассказывали. Я вообще не ебу, кто он. Мужик полтора года... Как о нем вообще узнала общественность, в большей мере? Узнала о нем общественность, он зашел в сапконфу гаечки и начал там со всеми сраться просто. Он там Мифон засирал девочку, вот, которую у гаечки... Он постоянно на ТикТоке запретком кидает, нахуй. И пишет гадости какие-то. Вам кажется, у него ноги какие-то, блядь, набухшие, типа, ну... Ну, блядь, посмотри на носок, типа, там должно быть вот такое вот, а у него просто ровная нога идет. Рэндикса хуесосил тоже, ёб твою мать. Ну, будто отекшие какие-то, блядь. Ты свои видел? У меня хуйные ноги. О, боже. Так, что имеет Жаруня? Наушники Logitech G435. Угу. Футболка Wildberries. Шорты Капа и носки Nike. Какие-то протертые, вонючие, наверное, скорее всего. Подожди, носки Nike, он как считал, поштучно? Спасибо большое, Рома, спасибо большое. Я думаю, ой, Хадсон, за Ромой. Ой, спасибо большое, Хадсон, еще раз за две сапки. Я не знаю, честно, мне кажется, за одну пару. Поштучно, конечно, он пишет. Привет, Сева. Ну, тогда ладно. А, так, футболка Wildberries, ну сколько там футболки по 500 рублей стоят, блядь? Спасибо большое, Хадсон, еще. А крестик сколько стоит? Крестик он не написал. Видимо, похуй на него. Крестик православный, там, ну, неважно, короче. Бесценный, да. По-любому. Угу. Короче, я посчитал... Так, считай, брат. Смотри, у меня наушники 7800.
плюс футболка 1200. Спасибо большое, плюс еще шорты, кап. Я, бля, капа вообще не буду. Сколько стоит, но я знаю, что они, типа, не такие дорогие. Это такой пусть спортивный бренд, типа. 2500 пусть будет за шорты, и носки Nike, там, ну, 1300 рублей. 1300. По 12800. 12800. 12800. Вы что, а, стой, поштучно сказал, носки посчитал? Да. Тогда 12 тысяч пусть будет ровно. 12 ровно. Да. Так, Макс, ты как думаешь вообще? Я посчитал на 17200, потому что наушники беспроводные Logitech, эти новые, они стоят больше десятки, 100%. Это, ну, пусть... 435-й, брат, это никак на мне, это чуть другая модель. Спасибо большое, Хадсон, еще одно. Спасибо большое. Ну ты понял, которые по бартеру всем засылают, да, стримерам. 435 это другие, это дешевле будет. Давайте просто так подсказываю. Ну ладно, пусть тогда наушники 8-ру. Наушники 8-ру. Футболка 700 рублей. Футболка шорты 700. Шорты капа 3500. И носки Nike. Носки Nike комплект стоит 2503 разделить на там 3 штучки. Сколько у тебя? 1700? Ну что-то такое, 700. Да. 13 кусков, короче, я говорю. 13 кусков. А Марк, у тебя сколько вышло еще раз? 12 ровно. 12. Наушники. За 5000 он купил. Ебать. Урвал по скидке. Да. Футболка Wildberries. 600. Было близко. Шорты капа. 2300. С лампасами такими. Носки Nike. 150. Я хуй знаю. Да нихуя, это не Орига, блядь. Где он их купил, я хуй знаю. Не, не может быть. Но это, но 150 рублей носки Nike. Скажи мне, я сам куплю пар 100 нахуй оттуда. Возможно, они вонючие, им 5 лет, но этого мы не знаем. Это не... Есть связи. Я не знаю, может, он с этим угнал у кого-то. Ёпта мать. И общий, получается, 850. Нихуя. Да, тапочки сзади разъеб такие, типа, зайчиком стоят, видишь? Ёб, ну, я хотел... мамуля, мамуля по-любому мамуля, носит, всего. Сучка, блядь, с таким педикюрчиком красным. ВБ кормит, ВБ реально кормит. Да, крутые, Никсон, ёб твою мать. Да. Фу, и, получается, кто ближе? Ближе... Да, Марк. Марк, да, ближе, Марк, я ближе. Так, держите, Марк, второй балл. Нормально, идем. Мои тварь, это реально твои тапки, блядь. Так. Модератор на канале Братишкина создает скины для Кэсли Раста. Многие типа скины добавлены в игру. Чё? Макс, ты не помнишь? А, я слышал. Я не знаю, какой ник, но я слышал, ну, эту историю. В чате все знают. А, Хадсон. Мне показалось, понял, ты прочитал модераторша. Я думал, девочка, это не, Хадсон. Не, модератор на канале Хадсон, Братишкина. Да, да, это, ну, Хадсон Т. Вот сейчас готовы? Вот сейчас просто пиздец будет. Ебать. На дрипе влетел человек. Вот именно влетел. Вот именно влетел. Слышишь, там нихуёво ебать так-то платят. На скинах-то поднялся человек. Сен-Лоран, блядь. Охуеть. Я замучу, чтобы Марк не слышал. Ты охуел, сука, урод, блядь. Изи. Не говори слух. Так. Очки. Картье. Ебать. Охуеть. Марк Радовский, зиппер, ну это типа Марсел Мерклс переделанный. Бля, Хатса реально столько дохуя платит Valve, я понял, что это нельзя распространять эту инфу. У него очень дохуя скинов добавлено, да, там, наклейки, там, скины. Мне кажется, там больше он с Раста поднимает, чем с Кэса, по-моему, он говорил. Я просто слышал новость, скины, там, ща, там процент вроде больше не платят, там тебе разовую выплату делают и все, проценты вроде больше, ну, не, а со старых, может, роялти-то остались? С КС больше пишется, возможно. С КС больше. Так. Сумка Сен-Лоран. Футболка Ямс, но тоже Марсел Мерклс. Штаны Nike. Кроссы Пума Залупа. Да, так и было написано. Я, конечно, просто пошел мусор выкинуть. Бро, а там кроссы не видно чуть-чуть. Как их считать? Ну, если так и написано, Залупа. Тут без... Там фотография такая, что не видно. Короче, по минимуму-то берем, похуй. Да, да. Блять, очки Cartier, нахуй. Макс, сколько Юля сказала? Больше 100 в чате берут. Сумка сколько стоит? Да. Но она сказала, что 100% больше 200 тысяч она стоит. Сумка? Вот это, блядь! Брат, Сен-Лоран, да. Я тоже думал, я даже думал больше. Угу. Больше 200 тысяч за бананку ебаную. Я в голове подумал, тысяч, наверное, 320 где-то примерно она стоит. В чате все, ну, не совсем согласны с такой цифрой. Ну, я вот понять Юля не могу. Возможно, Юля ошибается. Братух, а нахуя тебе такая сумка? Вот, ну, честно, блядь. Давай, брат, считай.
Ёбаный в рот. Давай очки карте, похуй, посчитаем. Фрокси пишет, ладно, я думал, я один такой долбоёб, но Хадсон-то еще хуже. Блять, карте, очки, я даже не знаю, сколько они стоят. У меня от карте, я знаю, только гвозди ебучие есть и кольца, блядь, по 500 000 рублей, нахуй. Но это, скорее всего, это же для зрения очки, да? Тут чисто за оправу. За оправу, скорее всего, честно, да? Я правильно понимаю же? Так оправа, мне кажется, самый дорогой, блядь, в очках. Хотя, да, да, похуй, давай на скидку, блядь. Пусть будет очки, блядь, 100 тысяч рублей. 100 тысяч очки. Я также прям посчитал. Тоже. Плюс худи, Марсело Миркл. Да, бля, он охуел марку, он, блядь, в последнее время цены такие себе гнет, блядь. Он из своего бренда сделал, типа, люкшери, да, бренд. Да, типа люкс. Нихуя он не лакшери, блядь. И вот эти вот крестики хуярят теперь везде, позерские. Да. Короче, это новая Oasip худи с новой коллекции? Да, да. 12500, пусть 12, будет, это уже знаю, 112 получается. Сумка Saint Laurent, блядь, ну, да нихуя, нет, она сумка 1065-70, плюс 70, футболка, блядь, 6000, штаны Nike. А сколько сумка-то, 60? 4500, да-да-да. Так, и кроссы Puma за лупо 3000, бля. Бля, Хадсон, ёбана в рот, самое главное в луке это твоя обувь, блядь, а не то, что выше, а у тебя кроссы хуйня. 196 тысяч у меня вообще лук. 196, как будто, мне кажется, там какие-то кеды такие, знаешь, типа, типичные, дефолтные. Угу. Просто пиздец, короче, решил мусор вывести, оделся как моя хата. Я короче, очки сотка. Очки сотка? Как у Марка тоже самое. Худак пятнашку. Пятнашка. Saint-Laurent 200. Saint-Laurent 200. Футболка Ямс семёра. Семёра. Штаны Nike 4500. 4500. Кеда 3500. Кеда 3500. 330 тысяч. 330 тысяч. 196 у меня. Разница большая, 196. Так, смотрим. Пиздецкая разница. А как вообще вот от 1 до 10, если оценивать? Честно, очень много всего дорогого и аляписто ужасно выглядит. Ну, блядь, сори, без обид, Хадсон. То есть, как будто можно его получше сочетать, да? Мне нравится все, кроме штанов и кед. Вот штаны кеда поменять было бы намного лучше. Так, очки. Марк, он тебя убьет? Да не сомневаюсь. Как тебе? 120 тысяч. Да, близко. Они еще с брюликами какими-то. Не, мне кажется, ну а хуй знает, не видно. Не с брюликами, а камушками какими-то. Марк Радовский, 9 тысяч. Зипка. Из чего сделано, интересно? Хуй просвешь. Самое интересное, это сумка, блядь. Дальше похуй вообще. Сумка, чуть обсчитался. Сумка, Saint-Laurent. 75, не 200. Найс, бля. Юля что-то вообще стрельнула очень высоко. Я 70 сказал, да, по-моему? 60 сказал. 60? 2300 футболка Ямс, штаны Nike 5500 и кроссы Puma Залупа 12 тысяч. 12 тысяч. Залупа, блядь, 12 тысяч, вообще охуел. Ну по сравнению с бумбегом и очками, это вообще копейки для него. Блядь, ну я в охуе. Сколько в сумме? Лук в целом дорогой, пизда. 223. И кто, получается, смотри, у Марка 40 тысяч, у тебя больше 100, больше 100, да. 106, 200 у меня. Ну. Ну сумка за 200, да, дорого слишком было. А сколько бумбеги вот эти Louis Vuitton стоят, самые такие эти попсовые? Ну моя 170 стоит. 170, да? Так, давай. 160, по-моему, что-то. Сейчас дороже, кстати. Сейчас то, что они ушли. Покажи им прошлый лук, ну, Коль, ну, может в конце, если будет время уже. Здорово, ловите фотку, сделав перерыв между работой на плантации. Frozen? Давайте быстрее, меня ждут там мои 14 братьев. Frozen? Человек вот так вот про себя написал. Он кто по национальности? Там тяжело определить тяжело, но да, это Джафар Фроуз. Фотография свежайшая, я бы сказал. Свежайшая, я бы сказал. Сегодня человек написал ЕГЭ и скинул. Я бы так реально? Да. Нихуя у него. Написал русский язык, скорее всего, не родной, и скинул. Мне кажется, он его не написал. Так, и что? Рубашка Золо. Золо, блядь. Галстук заебатый. Штаны, сука, топ Золо. Кроссовки Time Jump. Я не понял, мама в Золе работает, а папа в Time Jump, блядь, или что? Фотка на продажу. Нет, тварь, заткнись, ублюдок. Джафар не продается. Максимум в аренду. А сколько аренда стоит в сутки?
Насколько строго снимал, я не знаю цены. Бесплатно. За еду? Нихуя потрачу. Даже не за 150 рублей, Гниксон, нихуя ты не уважаешь друга своего. Короче, рубашка полторушка, галстук 300, штаны. Макс, пожалуйста, почему ты так его недооцениваешь? Кроссовки 4000. 7500 нахуй. 7500 за Джафара или за Лукума? Сначала за... Ой, за Лук. За Лук 7500. Марк, ты как... Он сам дороже? Марк, ты как думаешь вообще? Бля, на самом деле, классические вещи, какие бы они бренды не были, они, в принципе, все дорогие, да и, блядь, кажется... Да, бля, плюс он армянин же или кто он? Как будто бы индус. Без шуток, как будто бы... Ну, блядь, короче... Но пишут русский, думаю, что... пишут наш. Я не думаю то, что родители будут экономить, в принципе, на одежде для школы своего ребенка. Типа рубашка 4000. Угу. Блять, если это не так, Джафар, я твой рот ебал. Галстук 1000. 1000 галстук? Штаны, блять, из той же серии, пусть 3500 будут. А Джафара с поезда заказывали, заткнись, ублюдок. Кроссовки Time Jump, блять, тайм время прыгать, пиздец. Честно, я не слышал, ни что такое зол, ни что такое Time Jump. Я тоже первый раз все вижу и слышу. Блять, но выглядят они, типа, неплохо. Нормально, они чем-то... Да, просто нормально. Но, блядь, я бы за них 1000-3 дал. 11500. 11500. Макс, у тебя 7 с чем, да, получилось? 7500. 7500. 11500 и 7500. Как он вообще, Джафар комотный? Нет, Джафар неплохо выглядит, хороший парень. Да, он такой добрячок вообще. Так не спрашивай, что у него только два пальца на одной руке, блядь. Там был финальный видеофакт показывает, но я подумал, это все, это меня забанят за такое. Так, и смотрим. Рубашка Золла. 2000. Сразу сообщите. Галстук 1000 рублей. Ура, галстук. Попал. Штаны 2500. Кроссовки Time Jump 6000 это получается рублей. 3... И сумма 11500. Я 11500 сказал ровно. Да? Джафар, я тебя чувствую, брат. Что-то есть общее у вас, как думаешь? Да, думаю, нет. Как будто бы абсолютно, да, противоположное все. Ты понимаешь, ой, один... Ой, 10 луков Джафара стоит примерно чуть меньше очков. Это просто пиздец. Просто 10 Джафаров можно за эти деньги, за эти очки одеть. Золо — это древний магазин, Остин, Золо, Модис, типа Глори Джинс, это все одно и то же. Да? Нет, Джафар, ты неплохо выглядишь на самом деле. Нет, это охуенно, охуенно. Главное, вот ЕГЭ, чтобы хорошо написал сегодня. Смотрим. Шанс мал. 4-4, кстати, счет, сравнялись. Шанс мал. Сын Максима Павлова, человек, как написал про себя. Ну и год бана я уже от себя добавил. Джибой? Драгонил. Драгонил, да. Джибой был бы братом, либо отцом. Нахуй. Он заебал мои же штаны натягивать, нахуй. Это твои штаны? Да. Кепка подарила Кристиночку. Футболка Эйфория, что бы это ни значило. Штаны Макса мне Юля отдала. Кеды Ревеншторм паленые, и он написал, было лень надевать. Блять, а почему все, что на нем ему все подарили? Подожди, интересно, за сколько он оценил штаны, которые даже не знает, сколько стоят? Ну... А ты знаешь, хуй, да, Макс? Хуй просышь. Да, брат. Ну, короче, это... Ну, ты... Слушай, какая-то нечестная ситуация, да, получается? Ну, ты понимаешь, Макс, он их по комфорту, скорее всего, просто оценил, насколько ему комфортно. Мне интересно, сколько он их оценил. Так, а сколько может стоить кепочка, которую Кристина подарила? А Кристина — это Христиночка, которая, да? Да, она самая. Ты что, с хозяева сидит? Я понял, да. 40 гривен? Ха. А, там, кстати... А что там за кепка? Это не, блядь... А, не, не это не Paul Angels, нет, я тоже сначала подумал, что она. Что-то похожее, но не то. Короче, кепка... А может, сумма быть отрицательной, но нет. Нет. Кепка-косарь. Футболка полторашку. Полторашка, футболка. Штаны покупал за, по-моему, 1300. И кеды, я не знаю, что за кеды, 3500. Короче, 7300. 7300 у Макса вышло. Ебать. Кепка полтораха. Кепка полтораха. Эйфория — это какой-то русский стритфирчик, типа. Ну, блядь, охуй, там анимешечку относится. Честно, не знаю. Ну, возможно, какой-то, может, мерч чей-то. Ну, не знаю. Похуй, 2800 пусть будет. Штаны 2000 и кеды
Блять, я в этих кедах каждого второго пиздюка на улице вижу, если честно. Нам сказали, что это паленые, сознательно. Рейвеншторм паленые, блять. Не, давай тогда 6300, я вспомнил. 6300. 8800. 8800. 8800. Да. Он написал, что оригинальные кеды такие. Знаете, сколько стоит, что можно сказать? Могу сказать. 20 тысяч. Да, тысяч. Оригинал, сейчас скажу. 25, 25 оригинал. Охуеть. Вот так вот. Так, 8700, 6300. Кристиночка кепку за 300 рублей подарила. Футболка Эйфория. Полторы. О, футболка попала. Штаны Макса отдала Юля. 2400. Ебаная мразь пиздобольская, нахуй. Я их покупал, какие 2500, блять. Ну, а ты, ну сколько они стоят, на самом деле? Ну, 1300. 1300, да? Кеды 4. Let's go, 8200. И сумме 8200. 8200. Марк, Марк ближе оказался. Да. Как вам, Драгонил, домашний? Бесценные штаны, что написано. Он возвращать не хочет, да, их? Ну, Драгонил такой чисто нефор, не? Нет такого вообще? Ну да, да. Но он вообще, но он панк именно, мне кажется. Он именно панк. Да, да. Ему похуй на все. Вообще. У него, кстати, я не знаю, рассказывал где-то или нет, но он написал, что у него доступна стала возможность опилку написать заранее, типа. Не прошло у него 6 месяцев с прошлой, а у него доступна недавно стала возможность написать опилку. Да, и Ярос ему предложил опилку за него написать. Ярос? О боже. Да, он говорит, давай напишу. За что его въебали вообще? Да там... По-моему, да там дохуя за что. Ну намекни, блядь. Да там, я сам просто не помню, там просто дохуя за что. Нахуя, че? Ну да, по-моему, там что-то написал в чате плохое, и его забанили именно потому, что он, типа, с галкой был. Вот так вот. Хорошо. Следующий. Блин, чела была из Твича. Ой, блядь. Усыновила мальчика слово Назара, позер абсолютно во всем про себя. Обладательница паленых рекомендов и стримерша. Такая заявка поступила. Вилочка, что ли? Блять, а кто это может быть? Ну, Юля! Юля заполнила заявку. И вот такую фотографию прислала. Ну, там какой-то... Брат, я пользуюсь читами, я сейчас позову. Какой-то русский бренд, ей... какой-то Бартнот, знаешь такое? Ей заслал какие-то кеды, которые реконс один в один почти копируют. Ага. Вот. Сука, тварь, а мне она говорила, это настоящий реконс. Бля, какая, сука, коза ебучая. Я в ахуе. Так. Что? А, это, по-моему, окей. Фотография. Она написала фотография из 18-го года. Куртка Пума. Угу. Ну, у тебя, скорее всего, тоже на 18-е, если о чём-то говорит вообще. Худи Томми Хилфигер. Штаны, о, ну, ублюдские, с лампасами вот эти. Тоже Томми Хилфигер. Старая такая, еще без Максюши здесь. Да я тебе сейчас по голове. Носки Адидас. Ну и... Азвиги, Раф Симонс. Ой, какие рековинцы, точно, блядь, Раф Симонсы, нахуй, рековинцы, говорю. Не-не, это, не, Раф Симонсы оригинальные, а рековинцы паленые. Стоп, ничего не понял. Ну, на это же фотки Рафа. Ну, на это Рик не относится к фотке, это никак. А, это все, просто, что понял. У него имеется, типа, в наличии. Да, все. Вот так вот. Вопрос в чате, а Базука был тогда? И Назар отвечает, да, единственный в чате написал. Ёпта, ну какой ты позор. Просто пиздец. Какая ты мразь, Назар. Эрик, сука, мразь ебаная, нахуй. Так, хорошо. Как вам? Максим, как тебе стиль Юли 18 года, в принципе? Хуйня. Хуйня, да? Ну такой все красный, вызывающий, спортивный, не знаю, мне нравится вообще. Не, Юля вообще раньше одевалась. Как-то. Она, знаешь, на кого похожа? Она на Стила похожа. Видели фотку Стила в красном костюме таком? Да, да, да. Вот она на стиле. Ебанутый похожа. Стиль. 1035-40, 10 из 10. Просто пиздец. Ну как думаете вообще? А кто ее фоткал, Дубас или Базука? Косточка, нахуй. Диана Райс фоткала, нахуй, вместе гуляли. Либо с Мариной роллы пошли хавать. Во-в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 о-
очков. Давай, считай, Марк. Ну давай, куртка Пума. На самом деле Пума достаточно нормально стоит. Пусть 8. А какое-то время был-то это 7. Нет, сейчас скажу, подожди. 6500 куртка.
Плюс худи Томми Хилфигер, шестерка тоже. Шестерка. У меня похожая, кстати, есть. Мне Брегин сухо дарила с Аней. Штаны Томми Хилфигер. 5000? 5000. Носки Абибас. 1500 пусть будет. 1500. И Раф Симмонсы, блядь, ну 25 пусть будет. 44 ровно у меня получилось. 44. Короче, я посчитаю все то же самое, только Азвиги и эти Раф Симмонса. Юля, когда мы съезжали с какой-то квартиры, она сказала, что это ее первые кроссы, которые были самые дорогие. Она сказала, что она там стоила 1060, наверное. Ёпта. Вот, поэтому я скажу 40. И до этого посчитал 17500, короче... 57500. 57500. Это самая дорогая покупка в одно время была. Брат, сейчас специально вот посчитал, загуглил, они стоят 26990. А чатер марка будут? А чатер марка уже были, там три человека к ним было. Было, были, были. Да. Там и модеры были, бля, и виперы. Ебать, они, кстати, пиздаты, вот в синей и черной раскраске, я сейчас смотрю, ебать, пушка. Да? Так, смотрим. Куртка Пума. Какая-то серо-бурмалиновый или болотный цвет, хуй пойми. 10 тысяч. Uh-huh. Худи Томми 12. Штаны 6. Носки Адидас черные вот эти. 300 рублей. И 36 Азвиги. Сумма выходит у Юли 18 года 64 тысячи. Ну, да. Макс ближе, блядь, получается. В 18 году на 64 тысячи одеваться. Пиздец, блядь. Ну это там, ну, тогда как-то много это было, да? Это овер до хуя, мне кажется. Это если на сегодняшний день не пройдет, сколько будет? Ну, больше 100, да, точно? До 100%, да. Да, охуеть. Нет, пиздец, реально. Вот у меня в том году лук стоил 100 гривен. А то Михаил Кири, это вообще был хайп полный, да, мне кажется? Хорошо. Ну, типа того, да. Да. Далее. Пусть за меня говорят мои поступки. Изи, изи, домой, написал человек. Я пишу, что это самый глупый человек Новосибирска. Есть, ну, справка. Бывший футбольный фанат и забивной. Модератор Фритоски и Макса. Ну и стримит иногда. Хома, что? Это не тот, который в армии, блять. А почему Хома? Да, говорят мои. Это не Фаерсол, блять. Нет, это не Хома и не Фаерсол. Хома в Брянске, как минимум. Ялакс? Нет, не Ялакс. Смотри, кто... Вловос, блядь! Но самый глупый, конечно, Вловос. А, Вловос, точно. Конечно, Вловос, самый главный идиот. Он мне, кстати, рассказал, что эти Джорданы спиздил с магазина. Реально, блядь? А он своровал их, да. Че, ебанутый, что ли? Ты что, в Питере воровал? В прошлый раз Вловос показывал фотографию с Найками, Айрфорсами цвета капусты за 70 тысяч рублей. Он написал, что оригинал, и никто ему не поверил, нахуй. Не суть. Охуеть, блядь. Куртка. Чё он дебил-то? Он же нормальный вроде выглядит. Не, он глупый, он очень глупый человек. Лайл энд Скотт. Я не знаю, что это вообще за куртка. Я тоже понять не имею. Убийцу кухни, не пишешь такого, блядь. Худи Гэп. Такое бланковое, дефолтное, хорошее. Джинсы Топман. Я вообще не ебу, что это, сколько стоит, нахуй. И Найрик... Короче, низкие Джорданы, первые. Такая ситуация. Макс, давай ты первый теперь. Топмен, ну, ну, низкие Джорданы, причем фиолетовый самый баянистый цвет, пусть будет, я не знаю, двенашка. Ты думаешь, это фиолетовый цвет? Ну, блядь. Какой-то, ну, похоже. Ну, хуй пойми, да, какой? Пусть будет двенашка. Они такие мятые просто, они будто реально паленые, джинсы, блядь. Джинсы 2500. 2500. Худак. Трёшница, это 17500, куртка, да, короче, 21 тысяча пусть будет. 21 тысяча в лаве в сумах все выходит. Я в ахуе, блядь. Марк, как тебе внушает данный человек доверие вообще, в принципе? Ну, ну, кстати, выглядит он неплохо, он прям реально нормально выглядит, несмотря не, на то, да, что и бренды, хуй пойми, чего. Раньше он с кином был, он просто лысым гонял на футбольные матчи и пиздил фанатов каких-то, команд противоположных. Ну, вот такое хобби было у человека. Ой, блядь, ёбаный вор. Короче, куртка... Сколько ты сказал, Макс, куртка что-то проебалась? Брат, я не знаю, 4-5 тысяч посчитал, не помню. Бля, ну куртка, знаешь, ну, если она реально пятерка стоит, реально очень неплохая даже. Да. Ну ок. Она, по-моему, с капюшоном. Или без. 6 куртка, гэп. Может, пизды получал, может, и получал.
Куди Гэп 3500. А это он все после забива с лежачих забрал, ёб твою мать. Все без цены. Ну, джинсы 4 и Джорданы 18. 18. 31500. 31500. Yes. Марк, как тебе вообще от 0 до 10 себя оценят? Такого человека ты... Мне нравится его лук. 87. Да, он достаточно хорошо выглядит, да, на самом деле. Стильно, хорошее сочетание. Молодец. Так. Я спал на стриме Макса, проснулся тут с какого-то лота. Прям ловится, какой ужас. Так, смотрим. Куртка. 9 тысяч. Ебанутый, блядь. За 9 тысяч урвал конфетку такую. Лайл Скотт, блядь. Худи Гэп. 3500. Бля, в Ловос, продай куртку, купи микрофон, собака, блядь. Джинсы Топ Мэн. 4000. Блядь, я и в худи, и в джинсы попал, нахуй, давай. И Найки. 18, я сказал. 14. Сука. Общая 30-300. Кто сказал 31500? 31500 у меня. Да. Я. Марк, ты почти попал, близко было. Оп. Дэм. Так. Ну, бля, Владик хороший. Ну, типа, сколько у него рост? Я думал, там вообще, он типа, метр, не блам, метр девяносто, метр девяносто с чем-то. Охуеть. Да, он высокий. 1.90 ровно, он пишет. Продай шмотки реально? Ну, не, Влас, не продавай, не слушай их. Ублюдок! Следующий человек. Пузан, стример и участник пиздатого скона. Тёма, просто малый, бля. Просто малый. Просто бегемот появляется на наших экранах. Фотография не первой свежести. Скипай, бля, нахуй, скипай. Слышишь, Марк? А? Нет такой хуйни, что Джордана заносили, как будто. Надо что-то новое. Вообще пиздец, да-да. Я Амире буду покупать все кроссы. Так. Я ебал рот. Худи? Оуджибу, да? Он так и написал, честно. Я не знаю, это худи ли типа фририю, фририю 2. Я хуй пойми, честно. Но написано худи Оуджибу, да. Футболка Palm Engine, написал оригинал. Да откуда у вас деньги на это все, блядь? Я не знаю, брат. Откуда... Макс, вспомни себя в этом возрасте, но откуда вы деньги берете, блядь? Я хуй, ну, пиздец же. Джинсы кроп. Ему кроп, Индианыч, блядь, подарил, он пишет. Слышь, Марк? Да. Что, джинсы кроп, блядь? И Nike, ну, тоже первые жорики, низкие. Вот такая ситуация. Блядь. Ну я не знаю, сколько худак Уджибуду стоит. Восьмеру? Ну типа того, да. Ну пусть будет худак восьмера. Я просто даже не понимаю, что это за худи. Футболка Palm Edges пусть будет 25. Mm-hmm. Даже больше, на 30-ку. Я не знаю, Вадим, так получилось как-то. Сколько ты говоришь, Макс? 25. 25, да? Да. Как думаешь, что самое дорогое из этого? Ну вот, по-моему, футболка. Джинсы кроп, я не знаю, ну, блядь, они там косаря полтора, ну, наверное, да, стоят. Ну да, это любимый магазин братишкина, по-моему. И Nike, ну пусть будет 17-ку, пусть 17. 17. 51500. 51500. Ну просто мало, думает, Максим получилось. Ладно, окей, погнали. 7000 худи, футболка 22500. Джинсы 2500. И жорики, бля, я хуй знает. Бля, так забавно, все Jordan и Low, они просто цена от раскраски, да, зависит. Да. Это такая хуйня, блядь. Как вообще низкие жорики? Ну, и, неплохо, и... но у меня в них так гонит, трется очень сильно, очень сильно. Не знаю, мне низкие вообще не очень нравятся. Мне тоже не очень нравятся, мне только вот высокие нравятся. Миды лучше как будто, но миды зашкварены как-то вообще-то почему-то, мне кажется, незаслуженно. Короче, Джорданы, пусть раскраска такая какая-то хуёвая, честно. Пусть, мне кажется, наоборот. 14 будет. 14. 46 тысяч ровно. 46 вышло у Марка. Какой вообще лук его от 0 до 10? Такой летний, как будто бы парадно-выходной. Знаешь, с друзьями пройтись на улицу, выйти, можно попиздеть, там походить. Мне футболка не нравится, она вообще сюда никак не входит. Не входит, да, думаешь? Не, вообще никак. Лучше надеть какой-то, блядь, такую чистую. Мне кажется, он жорики по футболку покупал специально, типа, чтобы тут синее сочетало. Ну не, все равно, там тоже розовый, черный, серый, синий какой-то, да? Прилив, градиент, мне вообще не нравится футболка. Да вообще дерьмо, лук, какой-то часть не нравится. Футболка говно просто. Так. Хорошо, худи Оджи Буда. Назар написал в сайте, что это какой-то чел ноунейм делает, типа, фанатскую. Поэтому, типа, и написано Оджи Буда.
2200. Ебать. 2200. Футболка 11 тысяч. Да ну нет, ну не может быть футболка 11 тысяч по матчу. Он написал, что оригинальная. Он написал, что это минимум 20-ку стоит, минимум вообще. А, то есть ты не пиздел? Да. Джинсы кроп 2500. 11 тысяч гривен? Нет, это я в рубли переводил уже. В гривнах он написал... Сколько в гривнах, не скажу, для не искать, но я перевел 11 тысяч, получил в рублях. И жорики 9 тысяч. Ну вот, 26 тысяч самая заезженная футболка стоит. 24 700 вышло. 25. Я 46 сказал. Ты сколько, Макс, сказал? 51. 51. Да. Марк, да, ближе. Нет, они вот... То есть думаете, с футболкой какой-то наеб, да, произошел? Да, он наебал 100%. Да и, блядь, худи наебал, худи, он как трактовать, блядь. Я не знаю, он так и написал, он так и написал. Хайбист лук, ну да. Как у него прическа? Завитушки вот эти, химические. Ну ладно, прическа нормально. Да, а сейчас там лысый ходит. Лучше, чем футболка. Лучше, чем футболка. Нахуй лысый, кстати. Что-то не помню, нахуй он ебанул. Вот, но он сейчас отращивает. Жорик из 9000, да. Где их за 9 тысяч купить, блядь? Даже на пользу не за столько не купишь. Может, это старый курс какой-то. В приюте для бомжей даже худи у Джебуда не... Так, следующий. Фанатка строго пародирует Гаечку, плакала из-за того, что Шайни не передал ей привет. Вот такая персона. Мифон. Мифон. То есть уверенно, да, Максим? Не знаю, нет. Стой. Ну-ка. Марк, есть какие-то слухи про Мифон говорили? Ну, какие слухи? Бля, я не хочу никого оскорбить, но там не лучше. Она стерпит, она стерпит, говорим. Да нет, там какие-то просливы какие-то говорили, что он там ебется со всеми. Ну типа, блядь, не в обиду, я это просто от кого-то чатера слышал, вот прям вообще без обид. Но это правда, Трендикса знаешь, Трендикс ебать ее помотал, там вообще пиздец. А тут будет в этом списке Токен Тян, нет? Нет. Она заявку бы не подала, потому что на русском заявку. Это как минимум. Понял. Так. Ну это Мифон. Ну вот такая Вау, девочка. Какая? Сколько ей лет? Да. Ну как будто бы где-то 3,5. Не, она в натуре сколько ей? Ну 16, по-моему. Бля, ебать вы, сучки маленькие, пошли, блядь. Бля, почему вы все такие в 16-18 лет? Ну типа хорошие. Идите нахуй. А потом хуёво, да, становится? Да нет, ну блядь, что, типа, время портит, выглядят, да? Они выглядят лет на 20, типа, как будто, ну, ебаться. О, боже мой. Смотри, Марк, если бы Ксюше было, ну, например, 20 лет, 21 год. Я пообщался с ней, честно. Она из Сибири откуда-то. Да если бы ей 18 даже было, я пообщался. А так, у нее родители, Два года подождать надо, Да, там Бодян, может, умрет. Кто такой Бодя вообще, блядь? Гриндекс. Ну там история запутанная, так сказать. Там за хуй распутаешь, я сказал. Бедный Бодян сейчас просто лоб потный сидит, трясется, неважно. Ксюша. Маша, много кто в чате, ну, типа, знакомится, там, типа, мут, ну, Никс на стерео. Ты Харуно Саги знаешь? Она со всем чатом переебалась. Не, в чате у меня мрази, они друг другом перетрахались уже все, нахуй, мне кажется. Реально? Не, без шуток. Харуно Саги ебал Рома Хома, Устоев, Милден, Сапсити, Джафар. Рот закрой, нахуй. Но это факт, она не отрицает. Рот закрой, нахуй. Бля, ну это прикольно на самом деле, когда у тебя, знаешь, такая какая-то микросистема в чате происходит, там люди сами ебутся, встречаются. А тебя Егорыч ебал, и чё? Это прикольно, бля. Так, это реально прикольно. Ксюша. Давай, нажимай. Очки и секонда. Так. Бля, малышка, я тебе карте подарю, Катя 18. Пиздобол. Так может Хадсон лучше подарить ей? Пусть дарит, вообще без проблем. Топ шлюший масс-маркет. Штаны карго no name. Ага. И кроссовки тоже в масс-маркет. А есть фото педикюра? Есть, по-моему, фото какой-то полуголовый у нее. Не надо, дайте, блядь. Ну это... Да. Надо, есть. Волос, нахуй ты скобку ставишь, мразь тупая. Мифон, скинь мне, пожалуйста. Она пишет, есть, могу скинуть. Куда ты мне можешь скинуть? Она пишет! Да, она написала, вот. Есть, могу скинуть, Марк. Куда, Макс, дай ее тагашку. Я при чем здесь вообще, нахуй? У тебя ее ТГ по-любому есть, блядь. Ну есть, но я не общаюсь с ней в Телеграме. Ну и в принципе не общаюсь. Дай ей мой контакт, пусть педикюр скинет. Не, иди нахуй. Да ты заебал, блядь!
Брат, лучше мне карте подари, блядь. Кто с тобой еще фифу будет играть, нахуй? Бля, брат, я у тебя сегодня темы этого, блядь. Футбола? Все, я сломался. Да, футбол. Ну, у тебя чего темы на шоу были, блядь? Там Mortal Kombat, по-моему. Да, брат. Mortal Kombat, бля, я что-то так заностальгировал с этой хуйни. Было, хуйня такая. Вообще пиздато было. Номер марка. Короче, нет, номер марка не надо. Черкани ВК у меня открыт, лес, там, педикюр жду. Так, очки секонд. Очки секонд. Короче, я посчитал 300 плюс 1200 плюс 1500 плюс 3500 равно 6500. Да за все, да, ты посчитал? Да, 6500 за все. Угу. Какой маник дура, блядь, педикюр, сука. Маник могу скинуть, пишет она. Нахуй мне маник, ты педикюр сказала, блядь, скинешь. Мне женские ноги интересуют. Так, очки секонд, блядь. Раз секонд, тогда 800 рублей. Топ шлюш и масс маркет. В секонде одежда по килограмму продается какой 800 рублей, брат. По килограмму. Не, это же, по-моему, какие-то на развес. Не, это не то. Ну, точно не очки на развес продаются. Почему топ шлюший? Он практически до пупка. Я типа в нем шлюшевого ничего не вижу. Ну, для Ксюши, видимо, это откровенно считается. Вот именно такая. Окей, 1200. Нет, Ксюша вообще топ. Ксюша скромняшка прям. Она прям такая закрытая очень. Ну, не закрытая, но стеснительная, добрая очень. Штаны 2300. 2300. Так. И кроссы. Ну, кстати, кроссы. Марк дрочит на ноги 16-леток, выводы делаете сами. 2800. 7100 у нее лук вышел. 7100. Не дрочу, не. Недалеко от Марка. Люблю женские ножки. Глеб, можешь сказать Марку, что он... Ты ее ебал? Я тут при чем, нахуй? Никакой жизни с ней не виделся. Очки second hand. 300 рублей. 300, ебать, я попал, нахуй. Да. Топ. 1000. Штаны 3. И кроссовки. 3000 рублей тоже. 7300, у меня 6500, а у тебя сколько? У меня 7100, брат. 7300. Сука. Так, да. И Марк ближе получается. 8500 в пользу Марка. Оп, вырвался. Так, ну, фон, очка, я его выебал. Отсосил тракторист, ёпта мать. Так, дальше идем. Немного осталось уже. Это вообще пиздец. Этот персонаж сделал предложение своей девушке в Париже. Дева ебаная, но нахуй. В чате ведет себя как ублюдок, подкатывает к другой даме. Живет в Европе, ему, ну, где-то около 30-50 лет, вот между этим промежутком. Я в охуе. Сева, я вообще, он так написал, я в Париже сделал предложение девушке. Я думаю, реально? Ну, это реальная хуйня или это байк? Нет, это серьезно. Ты видел сообщение, типа, там, лямка, Сева, сучка, все такое? Не-не-не. Я просто мало на Твиче сижу, я не слежу. Короче, есть в чате такой Сева. Появился, может, вот смотри, сейчас вот эта мразь пишет. Вон, вижу, привет, вот всегда, он где-то вижу. Полтора-два месяца назад появился у Юли в чате, начал ей писать, типа, сними лямку, пока оголить. Ну, короче, всю эту хуйню такую. Оказалось, спустя время, что у него есть жена, работа, и он взрослый, состоятельный человек, и выглядит серьезно? Вот так. Серьезно? Да ну нахуй, ты ебать штрих. Какая мразь. Ебать ты штрих, нахуй. Вот такая вот персона. Под тобой уже башня не пошатнулась там, блядь? Охуеть. И что у Севы? Жена сзади? Нет, там у Севы в Инстаграме есть фотография, где он жену за жопу просто держит. Просто на всю фотографию жопа жены и его рука, которая мацает. Это просто. Я реально Юле хуйню это писал? Да, он до сих пор пишет. Да, ему випку за это дал. Очки Армани у Сева имеются. Рюкзак Демикс. А, и сюда косарь, нахуй. Худи H&M. Бля, как ты, блядь, в Париже предложение сделал, придурок, блядь? Штаны H&M. Так вот непонятно сэкономил на одежде, блядь. И кроссовки Amazon. Кроссовки! Ты чё, блядь, у работника спиздили ещё, блядь? Чё за хуйня? Просто кроссовки это работника. Это как понимать? Кроссовки Амазон, блядь. Я сам... Бля, ебаный ты ублюдок. Ну, возможно, он имел то, что он заказал, типа, с Амазона, но это не знаю. Написал он именно так. Сева, напиши, если ты не упал там, напиши, как это произошло. Какая тварь, это просто пиздец. Бля, причем этот воробей еще. Заказал с Амазона НН какие-то. Вот, написал, что Самазон. Ну, короче, вот так вот. Как типа, как Джаруни написал, типа, что у него футболка Wildberries такой. Я даже не знаю, сколько очки армяне могут стоить. Все деньги на жену идут, ну как будто бы правда. Короче. Сколько он в отношении. Ну, в браке с женой. Сев, напиши.
Армяне пишут дешевые, а другой человек пишет армяне дорогие. Это очень сильно, что такие типы на Твиче сидят, в принципе, блядь. О, Флаффи сейчас скинул. Если там не ножки, то... Да, мне 18. А, так я это ебло видел. А где я его видел? Что, он Сева тебе скинул? Да, я видел где-то это лицо, причем на днях буквально, блядь. Ух ты, подожди, у меня тут блюра нету. Оп. Где я это видел, блядь? А, ну да. Ты же Оля в ТГ постила. Ну вот, Сева. Оля в ТГ постила. Сука, понял. Жирные волосы, собака нахуй. Так наоборот, он залезался среди деловой кучи. Щетина небритая. В браке год, наверное, вместе 6 лет. Охуеть, красава. Первое сообщение в чате, блядь, чел, иди жену обнимай, скобка. Иди жену обнимай. Сева, а как твоя жена относится к тому, что ты к Юле подкатываешь? Типа, ну так, упорно очень, довольно. Жена, походу, не в курсе. Что у него жена есть вообще? Мне кажется, ее нет, блядь, он напиздел. Они недавно поссорились, он Юлю смотрит. Она его не знает, она его бьет, она не знает, он говорил, ёпта мать. Не шутите про жену, уроды. Анька, Марка, Анька стрёмная. Сева пишет, мы помирились уже с женой. Так, ну как думаете? Ладно. Очки Армани. Очки Армани, десятка. Десятка. Рюкзак Демикс, полторушку. Полторашка. Худи H&M, 2500. 2500. Штаны H&M, 2500. Угу. Штаны кроссовки Amazon, 2500. И сколько в сумме получается? 19 тысяч. 19 тысяч Сева выходит. Такой, деловой парнишка. Ты видел на стриме, что подожди, Серега про Сева сказал? Нет, а что он сказал? Ну, про Сева много что сказать можно. Там, наоборот, как бы не говорить чего лишнего. Сзади фон, будто пар Галицкого в Краснодаре. А я не знаю, будет ли когда-то Сева в России, потому что он, по-моему, из Беларуси он писал где-то. Да, мне кажется, Сева пиздобол, лютый, нигде он не был, бля, и ни жены у него ничего. Он просто всю свою жизнь фейкует, да? Типа да, блядь. Очки Армани, похуй, 8 тысяч. 8 тысяч. Рюкзак 2. 2. Но Demix такой спортивный бренд. Это, по-моему, принадлежит вообще спортмастеру Demix. Ну, типа того, да. Худи у нас 2500. 2500 худи. Извиняюсь. Бойдеров. И штаны 1500 максимум. 1500. Кроссовки Amazon. Ну, это прям тряпки ебаные и с резиновой подошвой. Блять, ну, это сколько в Америке, это вся хуя. Под изики какой-то закос такой. Да, в Америке вот такие кроссы очень дешево стоят, на том же самом Амазоне тем более. $30, сколько это у нас сейчас по курсу? 2400. 2000, да, что-то такое. Сколько 2400 пусть будет, 16400 у меня получилось. 16400 у Марка и 19 у Макса. Угу. Очки Армани у господина Севы, 12 тысяч. Вот так вот. Ты, скорее всего, выиграл. Рюкзак Демик 4500, да, ну да, Макс уже ближе будет. Худи 7800. Что нахуй, пиздобол? Честно, я не знаю, где такой худи нашел. В H&M нет таких. Возможно, худи, возможно, суть в том, что... Но в Европе. В Европе, типа, да, есть. В Европе цены дороже, в принципе. Как он в Европе, блядь, Демикс нашел нахуй? Это может он в Беларуси, я хуй знаю. Сев пишет ХЗ, тут везде так. Штаны H&M 1800, уже более как-то приземленно. И кроссовки 2600. Сумма 28700. Такой простецкий, беленький. Вот. И Макс ближе. Demix из Минка еще он пишет, да. Уж лучше, блять, одеться как фанат Лимона, нахуй. На ЕГЭшку тупо? No. Так. И у меня на 30 тысяч, ёпта мать, Лавевс. Летом в кальянной попросила Макса отдать Юле колечко. Видимо, так и не отдал. Вилочка, мудак. Вилочка. Батя Мифедрончик. Ну и Ник, ну Вилочка, да. Вот я такой дал факт. Колечко. Отдал, я дал колечко. Да? Да, я дал колечко. Вилочка. Ля, какая. Но, признаюсь честно, кольцо порвалось. Ну, Юля не расстроилась, мне кажется. Ну, это я Юлину кольцо одел, оно порвалось мне на пальце. Ну, вот так. Ну, пальцы жирные были, наверное. О, боже. Так, и что имеет вилочка? Подвеска Vivienne Westwood где-то там спряталась. Сколько ей лет? Ей 17. Сетчатый Понял, топ с Алика. А там платье а сек. Ну там есть, да. И высокие реконсы. Ебать. Лафи, ты чё скинул, сука, блядь? А мне скинь. Да вон чат, посмотри, аж нахуй челюсть чуть не отпала, блядь.
Ёпта, подожди, а что это такое? А, да да можно на стриме показывать. А, но это из инсты ее, это мы с тем, у меня такая фотография есть. Откуда она? А, Геленджик. Геленджик. Вот так вот. Чё, может, я теперь Картье подаришь, нахуй? Мифон нахуй идет. А чё она эту фотку не прикрепила, а прошлую прикрепила? Охуеть можно. Так. Вот так вот. Вот так. Это Виталик начинал? Да. Нет, был шанс она мне есть. А она есть в инсте у него. Подожди, это оригинальный высокий рекованцы? Да, оригинальная. Ебать, так они дохуя стоят. Сообщение Назара. Ты ебал ее? Да, 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 он да. Ну какой-то вопрос не, к делу не относится, как будто бы. Не, стой, у меня вопрос, так ты же в Европе живешь где-то. Так он приезжал, он же. Я, я переехал 5 месяцев назад. Да не, бро, а чё такого? Ну, типа, его люди реакцию в чат дают, я не знаю, значит, ну, типа, ну люди, нет, люди много чего себе представляют. Кого? Заткните, удалите сообщение в чате эти. Ну, короче, ты ебал, но не хочешь анонсировать. Ну, общались мы немножко раньше. Понял, понял. Ну, чё-то было у вас. Я знаю, заткнись, Назар. Ну, какие-то там тоже фотографии были, кто-то, какие-то мрази сфотографировали что-то, ну, там неважно. Неважно. Преувеличивают, правильно написали. Чё, она хорошая? Хорошая, девочка. Приятная. Понял. Ну, по сиськам видно, да. Хз, кто сфоткал? Какой-то ублюдок. Давай, Максюш. А подвеска, хуй его знает, что за подвеска, пусть будет на рандом, просто уебу. 8 тысяч подвеска. Ты гэбби стрима? Топ салика 500 рублей. Платье секонд. 900 рублей. Да вижу. И высокий рекованцы. Это я не помню, Жожа рассказывал. Бля, они что-то стоят просто пиздануться. Это которые сапоги, прям это сапоги. Не то, что высокие, это прям сапоги до колена. Бля, ну 1120 они стоят, нахуй, нет? Ну высокий. Жожа покупал кеды за 60. Эти фейк? 70. Нет, эти не фейк. У нее батя мифедрон раскладывает и продает. Короче, ладно, 89 400. Это за рекованс или в целом? За все в целом. 89 400. Так, Марк, ты как думаешь? Я еще думаю о ней. Я думаю, ты не о ней думаешь, а о чуть другом. Ну, а ее сиськах, да. Марк, я тебе говорю, у нее батя мифедрон продает, без шуток. Да, мне похуй на ее батя, на самом деле. Так я говорю, что это плюс только. Короче, Макс, я все прослушал, что ты сказал вообще, поэтому похуй. А Vinewood West, вот подвеска, я ее не вижу в принципе, похуй, полторы. Что такое Vinewood West? Vinewood West, вот это популярный ювелирный бренд. Все, окей, насколько он популярный? Очень, очень сильно. Мировой? Да. Бренд? Это лакшери, окей. Откуда у него вообще рекомендации, блядь, Vinewood West, вот и прочее? Я говорю, у него батя не Федором продает. Понял, базару нет, а подвесочка 20 тысяч, а рековинцы 45, а платье секонд 3 тысячи. Она сама где живет? Геленджик. Геленджик. На юге, да, где-то. Сетчатый топ салик 800 рублей. 800 рублей. 68 800. 68 800. Да. Смотрим. Вика Вилочка. Подвеска. 8 500. О, ебать, я угадал. Топ салика. 500 рублей. Близко. Платье из секонда. Да, сейчас. 1500. И рекомендс. Вот сейчас, внимание. Сейчас именно момент истины. Угу. 155. Да, они пизданутся. Это вообще, это пиздец. Я сказал 120, но... Да. 155 тысяч. Да, подожди, блядь! Это продолжение рекованцев идет? Да, да, до колена. Ебать! До колена. Я вообще прослушал, мне Флаффи фотку скинул. Я думал, это просто отдельная хуйня какая-то. Это итальянская кожа до колена. Это вообще пиздец, ну это очень дорого стоит. Да там до пизды они до колена. Капа, а что ты у нее просто не украл их и все? А тогда не было у нее. Тогда у нее не было. Давай. Давай. Так, и ну сумма общая 165. По идее, Макс ближе, но все равно, типа, разница пиздец огромная. Ну, да. Так, оп. Откуда у нее деньги? Я говорю, у нее батя мифедрон продал, она не скрывает это. Вот и деньги. Дальше идем. Поняли их в чате, чтобы знать просто. Следующего персонажа угадывать не надо. Надо именно принять и посмотреть. Давай, на это. У него вся одежда по барту, либо Юля отослала. Поехали.
Ты вилочки купил? Нет, я не покупал. Я единственное, что вилочки кидал, это на поезде, что-то, чтобы она что-то купила себе покушать, она вернулась все равно потом. Это все, единственное, все. Тарзан 88. О боже, блять. Зипка, сангвиник, какой-то украинский стритвир. Украинский стритвир звучит. Джинсы Зара. Ебать, горный баран. Бля, почему ты лучше фотку не скинул? Что это ты скинул, блять, вообще? Ну это такая загадочная, знаешь, еще такая фотошопленная. Давай. И инстапампы. Ремикс, бля. О, инстапампы нормальная тема. Я не понимаю. Зипка восьмёра, джинсы 2500 и... А он эту зипку везде сует на все шоу, нахуй? Рибки десятка. 20500. 20500 у Макса получилось. Все, опять пропустил, у меня до сих пор фотка открыта на втором мониторе. Вилочки? Так. Брат, тебе надо успеть до стрима подрочить еще, наверное. Да не, я никогда перед стримами дрочу, силы все уходят. Нет, ты че, я не буду дрочить на чате, я же, блядь, че угораешь, нет. Тоже верно. Чуть-чуть, ну, бля, как бы ЧСВшно звучало, просто чуть не тот уровень. О, вот как. Да, за девочками бегать не буду никогда. Я помню, Вилочка, по-моему, на день рождения стримила, как набухала. Я что же стримерша? Короче, Зипка, Сангвиник, блять, это почему она так на Харем Прессом похожа? С этими крестами ебаными. Ну, сбаечно, потому что очевидно. Это, объясни, пожалуйста, мне за Сангвиник, это какой-то локальный бренд? Это, я просто, ну, это правда... украинский, я не знаю, правда, за украинскую. Короче, спиздили, все, окей. Назар 3500... пишет, да, локальный. Назар пишет локальный. Окей, 3500 плюс джинсы Зара 3500. 3500. И плюс инстапампы двенашка, это 19 тысяч. 19 тысяч, у Макса 25. Он нет, очень популярный украинский. 20500. О, Аминочка, да? В чате, привет, очень крутая Амин. Так, привет, и смотрим. Аминочка. Зипка. Назара 8500. Охуеть. Джинсы Зара полторашка. Ага. И Рибок 8000. Сумма 18 к... Я выиграл. Да, к Марку ближе в итоге. Оп. Марк, 9 балл. Мам, копилку. Оп. Финишная прямая. Следующий человек. Снайпила Фруктовску во время Ирла и гуляла с ней по торговому центру во время стрима. Что, Кристиночка, что ли? Нет, Кристиночка... Нет, она, конечно, странная, но не настолько. Никто не помнит такую историю? Нет. Это Акурака, чатерша Макса. И Драгонила подружка. Да, я понял. Я видел, по-моему, выразил. Кепка Second. Худи NN Streetwear. Джинсы масс-маркет и кеды НН. Вот так вот. Нет информации. Так. Фотка около Аябарк. Бля, так сложно, когда пишет second, no name, блядь, масс-маркет, да, нахуй, прям, НН, это типа, блядь, там это может быть, небо. Да, это может быть как 1000, как, блядь, 15 тысяч стоить. Что такое масс-маркет? Ну, типа, вот магазины, которые, типа, торговые центры. Ну, Бирзара, Бешка, да, H&M, да. Где все закупаются, блядь, Страдивариус и всякие ебаные девчачи. Ой, блядь. Короче, second, блядь. Так это с прошлого аккуратно стало еще. 500 рублей кепка, худи, no name, стритвир. Блядь. Сука, ну 1000. 2к час. Только это мразь. Ты просто ублюдок, блин. Бля, вот кеду no name нахуй. И как? Ну пусть будет... 3500, нахуй. 3500. Короче, 10500 в сумме у меня всё. 10500 Макса получилось. Марк, ты как думаешь? Я думаю, что... Вот такой простой, незамудрённый. Кепка, блядь, вообще кепка, будто из... Хуй знает, из картона Бред-дека. Сделанная. Из картона? Типа, ну, блядь, тяжело, как, да, блядь, секонды, НН и так далее. Похуй. 1000 рублей кепка. Угу. Худи, 2000. 2000. Джинсы масс-маркет, 1500. 1500. Кеды, что-то типа этих... Дородока. О, конверсов только раскрашенные, блядь. Пусть будет 3500. 3500. 8000. 8000. Меньше 10. Как там вообще лук? Аккуратно. Здорово. Да, неплохой. Мне неплохой, нравится. Неплохой, да. Да, просто хороший такой. Базовый, но хороший, приятный. Получается, кепка 500 рублей. О. Худи 1700. Джинсы 3000. И кеды 2500.
Сколько? Сумма 7700, Марк на 300 рублей всего ошибся. Оп. Yes. Так, идем дальше. Норм, да, хороший. Расхуярил на стриме духовку и кидал всем Hot свой же клип со своего канала. Hot Savage. Это прям, ну, недавно было. Это просто пиздец. Вот такой человек. Вот он, сука, программист ёбаный из Испании. Это просто пиздец. А ты знаешь, что он к вам в ЖК заселился, чтобы к Юле поближе жить? Я, кстати, хотел спросить, но посчитал, что этот вопрос чуть не тактичный будет. Он реально в ЖК к вам заселился, блядь? Да. Да. Он еще Юле пишет, говорит... Юль, у тебя нет кабеля из Арнета, нахуй? Ты вообще приплыл, нахуй. Бля, ебать, сосед подъехал, нахуй, к соль, за солью будет заходить теперь, блядь. Я не удивлюсь, если он купит дрон и будет к нам в окна летать, нахуй. Какой? Это ужас полный. Так, хорошо. Кепка Ванс. Угу. Не, на самом деле это крипово вообще, пиздец так. Да, это крипово. Флиск от МФ. О. Куртка Соломон. Это очень дорогое. Не знаю, вообще первый раз. Я тоже не знаю, но это дорогое. Штаны Штайнбок, что бы это ни значило. Тоже. И ботинки Джек Вольскин, который такой с лапой. Вообще это с лапой такая эмблема коричневая, мне кажется, ты видел это точно. Вообще не ебу. Вот так вот. Соломон очень дорогой, типа какие-то... Звучит как будто какие-то богатые бренды, блядь, но которых мало кто знает. Вообще не ебу, даже приблизительно. Давай я начну, брат. Давай. Кепка Венс, если это Рига, ну, 3500. 3500. Возможно, старый от меня. Флиска ТНФ 7500 пусть будет, но я прям по максимальным прайсам беру. Куртка Соломон, это что-то из разряда... Блядь, да она по качеству охуенная видно, но она выглядит максимально уебично. Пусть вот будет, блядь... 40 тысяч, нахуй. 40 тысяч. Похуй. Я говорю, я по максималке его беру, потому что, ну, я знаю, что у этого человека есть просто бабки. Штаны Стейнбок, блядь, 12 тысяч. И ботинки Джек Вольскин выглядят... Знаешь, вот эти ботинки, которые выглядят уебищно, но они пиздаки дорогие, блядь. 18 тысяч, нахуй. Сколько это в сумме получается? 81 тысяча рублей Марк получил. Блядь, сейчас я подумаю. Короче... Не знаю, как дальше посчитать, просто скажу больше Марка. Просто скажу 90 тысяч, нахуй. 90 тысяч, да? Да, я вообще, я первый раз все это слышу, кроме ТНФ и Ванса. Угу. И то флиску ни разу не видел. Вот так вот, да. Кепка. 1500. Бля. Угу. Меньше, чем Марк взял. Флиска. Похуй на эту кепку, Макс. Тут. 5 тысяч. Что нахуй? Тут, блядь, ботинки могут все выиграть. Сейчас, нахуй. Внимание, куртка Соломон. Я не слышал, что это такое, честно. Но стоит 40 тысяч. 45. Я 40 сказал, кстати. Штаны 8 тысяч. И ботинки 12. Сумма 66 500. И Марк ближе оказывается. Да. Оп. Ебать, курточка. Горнолыжная пишет куртка. Ну по, да, по ней видно. Ну да, горнолыжка такая. Не всегда дорого стоит, нахуй. У Соломона охеренные кроссовки. Я не видел, честно, не знаю. Нахуй я вообще поехал к Максу на стрим. Это гвозди, говорю, этот нахуй Стоев, блядь. Он еще написал, типа, он написал это, и еще, знаешь что? Я прихожу к Максу во снах. Вот так написал. Ебать. Стоев. Антошка, зидуй. Очки пиздец. Охуенно. Тише. Feels like a bro. Бля, там конкретный бро. Название, ну, бля, он так и на один хороший. Был, нахуй, на стриме пришел, бля. Да? Это прям его лук был? Да. Штаны, аула, ливек. Ебать, платина, но волосы он отрастил, да, в последнее время. И братья, я не помню, что это значит, но братья шузы, я не помню, что это значит. Ну, это вроде кроссовки шуз есть, нет? Ну. Шуз это... Шус. Ну, как будто шус это просто, в принципе, кроссовка с английского. Ну, это, да, ну что такое братья шус? Это какой-то бренд, братья? Я понять не имею вообще. Антошка, человек простой. Что, ты начнешь, Макс Илья? Мне вообще похуй. Давай, вороты. Очки, нахуй, 800 рублей. Смотри. Мне кажется, стоит всё около косаря, все. Тишка 2. Штаны... Штаны, кстати, прикольные, если честно, они прям прикольные. 3500 и братья
и за 5000 кросса. 1 с 300. 1 с 300 у Марка получилось. А, очки, очки косарь. Немного. Футболка 1200. Угу. Штаны 2200. 2200. Братья Шузы 3500. 3500. 7900. 7900 рублей. Как вообще Антошка вот? Ну, ну, ладно, 3000 забудем момент, и что он на стрим приехал. Освободим разум. Как вам его лук? Нормально выглядит, только... Нормально? Только кроссовочки поменять. Да? Да, кроссы 100%. Ну, он такой типичный тинейджер. Такой, хороший мальчик. Очки. 200 рублей. Тишка. 2300. О, ебать, 500. Штаны. 1700. 2500. И братья Шузы. 2500 рублей. Вот так вот. И сумма 6700. Макс сказал 7900, да? Красава. Да, да. Макс ближе. И последний претендент, наш участник, но не лыком шит. Как его описать, не знаю. Это, я знаю, что он VIP у... Давай по новой, у деда. У него там одни девочки же, блядь. Нет. Кубаха, блядь, кто? Нет, нет. Ник у него Лина Хлеб, он сейчас в чате есть. И вот это вообще чё, пиздец. Чё, охуел? Это... Лина Хлеб, ты... Вот, он сейчас в чате есть, это вообще пиздец, помню. Я когда это видел, я прям охуел. Ебать. Смотри. Пуховик. Dior Oblik. Ебать. Свитер Dior Oblik Kim Jones с Stussy. Коллаба. Джинсы Discord. 4.20 его Corvin. И Jordan 4 University Blue. Но это... А чем он занимается? Честно, не знаю. Просто... Капер, походу, я не знаю, правда. Где он, как ему сосать? Браслет какой-то есть. Можно я начну просто? Давай. Мары, давай. Смотри. Калькулятор. Пуховик Dior. 85. Не, бро, дороже. Свит... А, стоп. Свитер Dior 85. 85. Свитер Dior. Пуховик Dior 145. Угу. Примерно. Джинсы Squared 48500. И Джорданы 110 тысяч. 110. 388500. 388500. Цифры заоблачные пошли. Браслет дешевый от Мози, это фианиты. Кем ты работаешь? Где деньги берешь? Напиши, да, интересно. Ну, брейсер у него двадцатку стоит. Да, да, он сказал, что у него от Мози и фианиты. Короче, я все равно проебал. Мне тут Вадос, батчик его подсказывает. Говорит, он себе хотел такой купить, он стоит... Минимум 300 тысяч, поэтому считаем... Что, 300. Что 300 тысяч, пуховик? 300 тысяч пуховик, плюс еще свитер 200. 200. А, джинсы Дисквара Полтос. Полтос. 550 и Джорданы. Ну, я по-моему, хотел, вот я купил себе такие... Блядь, 50 тысяч. Короче, 610 тысяч. 610. Как думаешь, что самое дорогое отсюда, Макс? Ну, пуховик. Пуховик, да? Ну да, я знаю, мне Куэртов рассказывал, сколько он стоит, но Куэртов как-то выйдешь. А у него такое прям, да? Там такое же? У Куэртов, да, один в один. А-а-а. Марк, а ты как думаешь, что самое дорогое здесь? Кроссы. Ну, блядь, я просто, я не ебу, сколько Dior пуховик стоит, я повелся на эту хуйню, то, что Макс сказал, что он дороже стоит, но мне кажется, кроссы самые дорогие тут. А тут же пиздец. Либо штаны. Это же не обычный Dior, это какая-то коллаба, типа со Stussy, еще и какой-то облик, какая-то коллекция, лимитированная Dior, это же пиздец. Я когда увидел, я прям, ебать, трек сыграл, я когда увидел, я прям охуел. Сука, напиши, кем ты работаешь, я тоже там хочу работать. И смотрим цены. Пуховик, Dior Oblik. 300 тысяч рублей. Один пуховик. 300 тысяч. Свитер. Не буду, понял. Это, Марк, это как, это цена, которую ты назвал за весь лук, у него один пуховик столько стоит. Понял. Свитер. Работаем. Свитер. 80 тысяч. Как будто бы дороже могло быть. Как будто бы дороже. Название, ну, многообещающее, букв много было. Джинсы. 15. Ну, как... Бля, это пиздец. А, кстати... И жорики 8. Я выиграл. Да, Марк-то ближе в любом случае. 163... Нет, подожди. Вот так вот. 160, 360, 375. 30... А я сказал 610. 680, 610 сказал. А-а-а. У Марка... Ну, да, Марк 20... Короче, 90 тысяч, а у тебя побольше разница. Вот так вот.
Пиздец, ебать, зрители уйдут. Как он вообще? Бля, ебать, вот, или вот, нахлёбчик, вот, такой, вот такая персона, как он? Братух, если хочешь линчик со мной посиповать, то напиши там. Ник вообще прикольный. Мне нравится, честно, мне нравится лук. Да, да, это знаешь, тот случай, когда типа не то, что дорого и безвкусно, типа, но дорого и со вкусом. Да, хорошо выглядит, очень хорошо. Да, приятно так. Бля, Куэрто в таком пухуе чисто на РЛ, блядь, с хейзевами ездят чисто куда-то в лес, нахуй, ебать, кайф. Пухуе крутое, не, в принципе, все прикольно выглядит. Бля, будем честны, за такие бабки, за полмиллиона лук можно лучше было одеться. Но ну, выглядит это, он хорошо. За полмиллиона факт, можно и два Жигуля купить. Это факт. Энергетик короче, больше нахлёб. Не пьем говно. А что это такое? Это флеш у него? Нет, это после тренировки, как это хуйня, я сейчас скажу, блядь. Протеин? Нет, ну типа, блядь, у вас в его хуйне пишет. Нет. Да, Power Rage ебаный. Там холодный лед, что-то какой-то купить, блядь. Спайсти. Не-не-не, это такой энергетический напиток после тренировки, короче, тренировки, там... да, расслабляет, типа, или что-то там, энергии, да, какая-то такая хуйня. Хуй знает, что он делает вообще. А Нахлёб так и не писал, чем он занимается, да? Да, он сказал, что не будет говорить. Что-то это не совсем законное. Вот, ну, в любом случае, вот, на этом все. Это конец, 20 человек прошли. Вот. Вроде прикольно было. Может, мне такие люди, да, в чате сидят. Да, прикольно, очень-очень, на самом деле. На такой срез встретить. Вот, извините, типа, те, кто, ну, не попал сегодня, мне кажется, ну, типа, физически невозможно 100 заявок добавить в Эндермент, это и времени не хватит, и, ну, сил просто, вот. Если что, когда-нибудь, может, еще какая-то часть будет, может, третья, четвертая, вот. Стрим охуенно, спасибо, надеюсь, понравилось. Бля, кто еще из стримеров про пиздец может шарить за шмотки из брендовые? Бля, какой-то хайбис нужен, ёбнутый. Ну, вот Юля с Лерой прям в один голос сказали, что надо Марка и Макса. Что надо именно вас. Да не, мы вообще особо не шарим. Я вообще себе брендовые шмотки никогда не покупал. Я просто, ну, типа, знаю, сколько они стоят примерно. Можно позвать кореша и этого, блядь, Эля Плаг. Эля Плаг? Да, вот кореш. Да, Лёха кореш шарит, и Эля шарит, пиздец. Ну вот они шарят, ну согласятся ли они, нахуй, это вопрос. Нет, это вообще пиздец. Задача интересная. Бустер, Вадя. Сейчас идут. Вот. Бля, охуею, если следующий стрим, бля, реально бустер, Вадя, нахуй. На кике проведешь его, на кике. Так Эля Плак уже есть, на третьем слоте, это вообще пиздец. Вообще Мухопац очень жестко шарит прям за шмотки, да, и он за цены, тоже прям шарит. Очень сильно шарит. И XQC шарит вроде. У него есть друг Макс, который тоже пиздец шарит за шмотки. Вот так вот. Бля, я больше всего с этого стрима вынес для себя то, что у Макса в чате очень много девочек, скажем так, с открытой, блядь. Душой открытой. Да, душой. Да. Да. Давай не пиздец тоже, нахуй. Вот, спасибо большое, что пришли. Вот. Да, спасибо, что позвал, брат. Вот. Да, спасибо, Глебыч. Надеюсь, прикольно было. Да.